Приветствую всех любителей FFS сериалов Sid Meier's Civilization 6. Вы слышите Алексея Халецкого, и это начало моей партии за Конго. Правила проведения традиционные уже последние несколько игр. Вы их видите у себя на экране, не буду повторяться. А лучше быстрее перейдем непосредственно к игре. Единственное, прошу не оставлять в комментариях бессодержательные спойлеры и не оскорблять участников партии. Приятного вам просмотра. Так, ну что ж, Конго, очень неплохая это нация. Сбалансированный стат. Там прям куча всех игроков не обязательно сильно равны, но хороший старт. Это сбалансированный старт? Ты так уверен, что у всех типа примерно одинаково? Не пример, вот как раз, как я понял, там написано, что не обязательно вот прям, чтобы вообще одинаково, но типа хорошо. Ну я бы, наверное, не уходил, потому что здесь... Лёш, мы тебя ждем. Да, я вижу. Тут сразу культура есть. Ладно. Ставим город. По бонусникам. Давайте я все-таки на культуру сначала... Нет, блин, надо... Надо производство. Надо производство. Так, тут орошение, каменная кладка. Ага, поселение. Ну, давайте горное дело тогда начнем. Гончарное дело. Вот так, потом посмотрим. Ну и откладываем на поселенца. Часть, конечно, придется срубить тропических лесов, а часть для моего района оставим. Он только строится в тропических или обычных лесах. Дает плюс 5 к жилью, 2 пищи и плюс 4 золота, независимо от престижа. Так, кто-то там на Балтике живет, давайте глянем, и мы на Балтике. На море? Ну да. Так, потом давайте это подходить. О, это озеро. Я думал, это море будет. Ну, я в Балтике. Анна, пойду. Мы все балтийцы. Есть подозрение, что это опять сверхогромный континент, на котором 5 игроков. Ну да, и что у нас будет проблема с довольством до конца жизни нашей. Главное не быть в самом центре этого великого материка. К сожалению, обновился Shadowplay, и вот теперь опять вылазит эта надпись. Потому что начало записи. О. Вот тут чудо какое-то. Ну, надо к нему будет город ставить. Раз, два, три. Кто играет за египтянина? Наверное. Ну, то есть тут я не хочу, либо... Ну, блин, ты вот, смотрите, Балтике, вот да? Это новый мир, да? Где тут холмы вообще? Где? На этой карте холмы, блин. Ну, надо подходить, смотреть, что за чудо. Ну, точнее, я приблизительно знаю, какое чудо, которое вокруг культуру дает, вокруг себя. Пиопитахи. Почему здесь две культуры? А, это две клетки. Ну вот его нашли. Придется тут город где-то ставить. Ну я бы его сюда ставил, честно говоря. Блин, ну у меня куча культуры тут будет в самом начале. О, еще и Вильнюс. Так, давайте вот сюда подойдем, возьмем эту... А у меня вопрос, если поселенец построить быстрее, чем у города будет три жителя, что будет? Будет уменьшится, да, уменьшится количество. Ну там не обязательно уменьшится, он зависит от того, сколько у тебя еды еще при этом. Ну снова у меня остается 2 и увеличится количество ходов до роста, и все. 1 не давалось мне пока еще ни разу.
Ну, кроме ситуации, если я вот прям только два недавно получил и уже достраиваю. Да, мне давалось, когда у меня два жителя, а я потом ставил на клетке еще где три производства. То есть там вообще он как бы не... считай, город не растет. Так что мы тут открылись вот законов. Горное дело. Ну. Катак поставим тут. Удвоим. Хоть у меня и варвара, кстати, практически нету рядом. Что ускорил? Каменную кладку. Ну вот и смысл. Семей так каменная кладка тут. Будет ускорена, обработав камень. Так себе. Руинка. Только зря очки эпохи получил. Ну, здесь где-то можно будет город еще поставить. Так, давайте пока в мастерство пойдем. Так, все, уже слишком много культуры. Мне пока... А, вообще, подождите, в принципе, нормально. А, ну да, потому что Вильнюс... Ой, я очень буду быстро открывать тут все. Мне в политическую философию бы не выйти раньше времени. У меня тут очень много культуры будет в начале. Единственное, что меня смущает, что в этом городе... Опять же, повторю, не так много производства будет. Да. Что, далеко от меня живешь? Угу. Ну, твои воины близко к тебе. Ну, тут можно будет еще город поставить, да? В клетках от моего нового города, второго. Ну, а разведчик уже в двух клетках. Так, ну, наверное, второго. Рабочего пора строить. Ну, давай туда просто... Да, по реке просто. Селиться. Ага, тут еще и Грузия рядом. Фантома, это какой у тебя город? Так, потихоньку идем сюда, естественно. Серьезно? Да. Блин, еще из Дискорда какие-то прикольно. Уведомления. Идут. Давайте так поставим. Чтобы он шел. Как-то мне все отарит. Ну что, вы там плотничком, пацанчики, да? Очень плотничком. Я очень. Так понимаю, Алексей, скоро ты меня найдешь. А как ты, да, вот как ты это определяешь? По там, ребятки, все плотничком, а мы с тобой нет. Ну, они, может, просто все вместе в одну сторону пошли. Я не знаю, я только вот, например, от своей столицы снизу исследовал, а вот сверху у меня там в двух клетках уже непонятно, что, может, я тоже с ними рядом. Ну вот расстояние между моей столицей и столицей Фантома 10 лет. А мы без мода? Мы с модом. Ну вот как раз те самые 10 клеток, которые с модом должны быть. Интересное начало. А у тебя там слева Фантом море или там есть... Да, я на море. Серьезно? Да, не поверите, но я на море. Мы на острове, ребят, это остров, я вам точно говорю. Или полуостров, потому что там же еще Инвиктус где-то есть. И я где-то есть на Балтике. Так, а кто там кого нашел? Шотландец? Шотландец, араб и грузин. Надо кому-то с кем-то объединяться и одного выносить уже. Уже прошли в двичках. Вот это супер клетка, конечно, я бы ее сразу купил и обрабатывал просто. Ну. Вообще трындец. Так, ускорим орошение. Жесть, конечно. Блин, ничего не понимаю. То у меня показывалось влияние, то не показывается. А, у тебя посел только что построился, да, Влад? Он сейчас прям встанет. А я, наверное, поставить. Пойду сюда, нефрит обработаю, а потом оленей.
Он построился хода 3 назад, сейчас именно перешел куда нужно. Не, что с предыдущим ходом у меня показывалось влияние на клетку, если это были крайние... Это походу был шотландец. Ты, наверное, его для этого не встретил. Я его не нашел, мне не должно показываться его влияние. А-а-а, странно. Я думал, он тебя нашел. Да, странно. Разве если ты не встречаешь человека, то его влияние не показывается? Все равно показывается. Ну, я вот в последнее время замечаю такое. Я наоборот как раз смотрю по влиянию, что, ага, вот там может кто-то быть. Так, вот кто я. Меня встретил? Так, шотландец, проверяю влияние. Грек, здорово. А где мы встретились? Я тебя не вижу. У чуда где-то? Понял. Надо в эту сторону ставить город, потому что явно. Чудо есть, и земля есть. Франция еще тут. Блин, так на карте даже не одно чудо, прикинь. Не хочу тебя расстраивать, но тут вообще... Поплыву от вас на море, короче. Так, 4-4. Говорил про Францию. О, давайте так, 3-4. Чтобы росло быстрее. Потому что я вижу Тулузу. Ох ты! Спалил. Зачем ты это поставил? Слушай, и вы все на Балтике? Да. Блин, и я на Балтике. Грек, а ты на Балтике? Конечно. Что-то с крапом попахивает. Отлично. Кусочек Пангеи виднеется, конечно. Тут еще Азия есть. На ней и Франция. Есть еще и Океания. Неплохо вам там, ребята, она живется. Чё-то как-то совсем тесно. Очень тесно. Можно быстро тонуть? Еще ж непонятно ничего. Наоборот, экшен сейчас будет. Вы должны исходить из тех мест, которые у вас уже есть. Что там? Алексей Вильнюс еще. Неплохо ты тут живешь. А что, Вильнюс это супер ГГшка какая-то? Сразу культурная ГГшка. Хорошая. За наивысший уровень действующего союза все ваши театральные площади получают плюс 50% к бонусу за соседство. Я, наверное, имел в виду, что просто из-за, если ты посла получаешь, то плюс 2 на старте, это прям, ну, жирно. Пандит, а у тебя там ГГшка на веру, да, стоит? Нет. А ты, Грек, далеко? Деревню нет. Просто нашел. Грек. Нет, я не могу, я снизу от тебя. А где Халецкий? Слева. Давайте пока временно переключимся на лошадей, чтобы... Где-то рядом. Вырос, вырос. Ну да. Вот мне не очень приятно, что тут сейчас убежал скаут с восклицательным знаком. Он сейчас пойдет сообщать всем своим ребятам. У меня справа горы, а сверху. Ну, сверху ты пришел. То есть вкусный я. Я там, где горы. Ну вот, сверху, ну, для меня сверху, вот это где ты пришел кусочек, а слева море. Так, дальше что мы откроем животноводство. Как раз два хода. Оленя обработаем. Здесь будет, можно будет храм Артемиды построить. Блин, только вот где? Вот на этой клетке просто лучше священное место, например. Ладно, подумаем. С другой стороны, как бы пастбищ не так много. А Артемиды у нас что тут дает? Каждый лагерь, пастбище и плантация в 4 клеток плюс одно довольство. То есть пастбище, лагерь
И все. И нету ни плантации, ничего. Вон там плантации только. Такой, знаете, храм Артемиды. Не самый классный. Мне компьютер тут рекомендует. Ну, я бы вот, ну, в любом случае... Ну, ничего себе ты даешь. Я пока полечусь. Ну, Грек, ты даешь. Что он там тебе дал? Под тебя город поставил? Да. Ай, да, Ян Грек, а. Ну, красава. Ну, блин, у меня... Ну, ты вообще... Ну, ты понимаешь, да? Ну, ты... Ты здорово вообще поступаешь-то? Поселка убрал. Нет, ну, ты вообще не... Это то же самое, что было в прошлый раз в той игре. То есть, это... Просто... Ты заранее портишь игру, ты понимаешь, Андрей? Оливок нет больше. Да какие в жопу, в попку оливки? Здесь не в оливках дело. Зачем ты мне вторую клетку выкупаешь? Не будем понять. У меня это тоже вторая клетка. О, началась завязочка. Завязочка. Ты мне предлагаешь вторую клетку тебе отдать? Все, парни, давайте на мечниках друг друга. Я не знаю, ты зачем ты здесь поставил город. Ну, не знаю. Ну, давай, хорошо. Нет, ну ты карты не видел просто. Я тебя понял, все, я понял. Опа, все, понеслась. Ладно, я торговца построю. Вообще, конечно, надо бы юнитов строить, но я не хочу без карточки это делать. Честно говоря. Так, да, на рост тут все. Сейчас мне надо три хода вырасти и ранняя империя ускорится. А, ну и мастерство следующего хода. Мне ускорю, вот поставлю карточку как раз. На юниты. Скаут. Неожиданный поворот. Ход до пантеонов. Так, давайте тут. Прачника. Блин, отложим раннюю империю открытие, а то мне тут не хватает. Так, ну лошадей надо обработать. Счастье есть. Так, лошадей обработаем и потом пойдем, наверное, араб, ковры. Я пока не понял. Мне кажется, что я могу снизу селиться, но... Обработку я просто сверху море, слева море, снизу вы. Только я вообще не понимаю, это так, на чем мы находимся. Что-то за, я не знаю, кишка какая-то, судя по всему, длинная. Здесь у нас везде море. Алексей, не, ну... ты куда сверху ведешь? Направо. Пару городов у меня есть, где поставить. Я пока не понимаю. Так, пантеончик. Пастбище. Раз пастбище. Блин, так мне только одно пастбище тут. Может взять... Боже... А, уже кто-то ее взял. Ну это как раз для Конга неплохо, это добавление. Блин. Бог моря. То есть производство на рудниках стратегических ресурсов тоже неплохо. Блин, тут уже вкусно и все разобрали. Лагерь у меня, знаете, я, наверное, возьму вот это производство на рудниках на стратегических ресурсах. Священные места. Ну, у меня пастбищ мало, смысла мне это брать. Плантации бананы, ну, у меня там есть бананы, есть шелк. Блин, у меня и так культуры просто немерено, в принципе, или взять все-таки. Не, возьму производство. Не знаю, почему-то вот мне хочется
меня, правда, нет еще этих стратегических ресурсов, то есть у меня даже еще не открыто железо. На самом деле. Ну, что он висит, блин? Так, вот интересный вопрос, куда мне ставить город. Я бы, конечно, хотел ближе сюда, то есть, например, вот тут поставить. Ну что, пойти алмазы еще эти попробовать обработать. Так, пошли этим прачникам вот этот лагерь пилить. Прачника. Еще прачника. Здесь, наверное, еще дуболому построим и пойдем раннюю империю откроем. Начнем опять поселенцев фигачить. Вообще, надо вот тут сверху исследовать, и где-то там еще. Ну, рек у меня дофига. В принципе, города есть куда ставить. Копейщик. Давайте дуболомов парочку. Тем более, что, по-моему, из них же я апгрейжусь в мои эти в мбембы. Может перемещаться и сквозь обычные тропические леса. Да, улучшается от Win в 35. Можно на сверху выше поставить город. Не спускаться к нижней реке. Нет, я буду ставить вот на этот луг. Вот видишь, где исток реки? Ну я понял. Вот ты же можешь выше поставить. Ну тогда у меня там следующие мои города не влезут. Я, конечно, могу поставить, но у меня там будут другие города. Ну они там вряд ли влезут. Давайте дуболома. Я просто знаю, что у грека есть соседи, и он там уже испортил отношения с Инвиктусом. Поэтому я думаю, что мне можно немножко повыбирать себе, где ставить. И не слушать. Видели, там уже вот лояльность где-то тут у него города. И не слушать никого. А Дамфрис это столица? Нет, второй город. Я о них веселиться не буду, как и договаривались по реке. С кем ты договаривался? С Грузией. Я не помню, чтобы я с тобой договаривался. Там просто города даже не воткнуто, у меня там столица сразу. Ну вот, еще по дуболому, в принципе. Я просто не стал прям на реку ставить, чтобы так нагло прям не было. Наверное, куплю. Слишком круто. О! Ну тут и так не влезает ничего больше. Грек, слушай, так у тебя же вот тут город уже стоит. Че ты мне не давал ставить? Ну я тоже там хотел город поставить где-нибудь. Там, где я поставил город? Я хотел чуть повыше свой город поставить. К нос. Ну Грек, ты мог кажется, еще на одну клетку подняться, в принципе. Кажется, Грек будет умирать. Ты что, на него нападать собираешься? Он явно нам мешает с тобой, Алексей, нет? Мне нет. И по твоим словам я понял, что он ставит город там, где ты не хочешь поставить город.
Значит, он тебе мешает. Нет, я поставил город, где я хотел. Он, я так понимаю, что я ему помешал. Но... Виктус мастерки подстрекает. Нет, ну я понимаю, что он там... Инвиктус, я так понимаю, что... Короче, грек что-то там сделал Инвиктусу неприятно, что-то ее там выкупил. Поэтому Инвиктус ищет уже себе напарников для нападения. Но дело в том, что мне-то есть куда селиться. Здорово, грек. Здравствуй. Иди пить. Так, а стоит ли мне забирать этот лагерь? Мне кажется, нет, потому что... Потому что... Давайте пока против варваров поставим. Очки получу, тут я уже набрал. Мы же не будем друг другу мешать. Так, давайте пойдем исследовать, что у нас. Я один. О, тут море. Я других игроков. Ага. Пройди вверх. Это не, интересно. Я прав конкретно это место. Мне больше не надо. Это интересно. Так, значит. Вселенцы устроены здесь. Я поставлю правее Мумбии на реке. Правее? Просто справа? Ну, это между гор. Ну, окей. Если он справа... Я направо? Направо, вот правее Мумбии я ничего вообще не планирую. Там твоя территория, пожалуйста. Хорошо. Я думал с рисом. Метку поставь просто. Так. Фантом, ну, у тебя там вообще есть куда селиться? Давайте военную традицию начнем открывать. Не хочу, пока я аванпост варваров захватываю. У тебя возражения какие-то? Просто спрашиваю, есть ли где селиться. Вообще негде селиться. У меня... Как бы есть, но... Слушай, ну, но это ж не совсем справа, это же скорее сверху, чем справа, правда ведь? Ну, сверху справа, да. Я весь вот низ тут этот тундровый буду заселять, потому заселять? Что у меня места нет вообще. Против этого я ничего не имею против. Ого, как вы плотно. Да, слушайте, если он тут город поставит, у меня мой не влезет тогда вот сюда. Новый континент. Ну я, правда, сюда могу поставить, но что тут мне континент? Его город не очень нравится. Пангея. Буду честен. Пангея или мне вас слышно? Пангея. Она так и называется или что? Называется. Неплохо. Тут, оказывается, пролив. Пангея — это континент. Был такой. Я просто вначале подумал. Единый. Не о том, короче, вначале я подумал. Все печально, да, все печально, честно. Ну, вынеси кого-нибудь. Ты так это понёшься такими разговорами. Сейчас послушай. Влад, я так понимаю, что ты справа от меня, да? Да, я справа, я за горами. А как ты меня так сверху обошел? Ну... Я тебе поставил метку, у меня туда город влезет. Ставь. Ну вон, смотри. Да-да, я вижу. На озерце. Я вижу, ставь туда город, я вижу, да. Окей. Так, давайте глянем, у грека уже три города стоит, что я думаю, что три. Не, типа, да. в принципе, я вижу, как мы здесь можем в ближайшее время посуществовать мирно. Так, 7 и 8, 4. Ну, культура у него конкретно города. Меньше, конечно. Но у меня тут вообще с культурой просто зашибись меня, поэтому в политическую философию я боюсь выходить рано. Фантом, можешь прачникам ударить копейщика, или тебе там тоже нужно ускорение? У меня есть. Ну, ударь, пожалуйста.
По-братски. Это, надеюсь, положит начало нашей дружбе. Ну, по идее, он должен убиться. Ну, главное, чтобы не от тебя. О, это француз тут. Тут же, извини, как повезет. Ничего это себе, да. Инвиктус. Вот так все мы близко, братан. Вот так все мы близко здесь. Вот мне твой город намного меньше нравится, чем города Грека. Ну, я тебя понимаю. Я могу тебя понять. И простить. Блин, ну у меня получается реально только одно терместо. Так, а слышишь, это... Вот сюда поставь. Мне нельзя давать тут греку город ставить. Вот выше этого озера, если ты его видишь. Ну, там где Дамфрис, да? Нет, там у меня нет. А какого... Грек, не иди, пожалуйста, вправо. Линия там идет. Не хочу его потерять. Я хочу твой город найти хоть какой-нибудь. Ты про трехклеточное озеро справа. Да. Я в Эвне строить. Я туда иду селиться тоже. У меня вообще нет места. Думаешь, у меня есть? У меня слева фантом. Снизу, слева, сверху. Я бутылку бронзы открываю. Нет, снизу фантом. Это очень мало на самом деле земли. И в деньги, наверное. Ну, то есть у меня буквально 7 городов нет меня. Но у тебя на дальнем программ есть возможность ставить города? Еще янтарь. Тупо море. У меня море. Вот просто мне нужно ставить город на реку, которая возле Эдинбурга. Вот, ну вот тут еще можно будет город поставить, если правый, что. Да, а ты мне тогда вообще закроешь. Хотя, конечно, странно. Ну поставь метку. Сейчас. Да, сейчас уже не так все хорошо. Оказывается, мне надо, короче, сюда вот становиться и не давать. Какая жесть. Ну, с варварами я тут немножко помогу. Не, я с варварами отбиваюсь. Тут у меня больше земля. Ну, в принципе, в эту сторону куда-то еще можно селиться. Я вроде нашел, где мне селиться. А какой у тебя ник, чтобы я... Так, тебе... поселенец есть. Вот туда я хочу город ставить и вправо заселяться. Потому что иначе мне некуда просто идти. А еще, кстати, у нас тут ни одной гигешки нету, то есть все гигешки где-то там... Ну, кстати, да, я ни одной не ношу. Хорошо, я тогда вот один город сюда влеплю и все, мне хватит. Да, давай, туда, да, если не вопрос. Что поселенцы делать? Я... То есть я хочу ниже этого озера, понял? Да, да, селись. А верх уходит тебе, и мы более-менее как-то можем существовать. Да, давай, так, а, так, Стаффрис вообще лично на этом... Виктус, я не хочу, чтобы твой скаут, да, вниз там... шел. Это не мой скаут. А, сорян. Блин, так цвет похож одинаково. Поехал просто на Инвиктуса. Инвиктус уже храм Артемиды построил, ничего себе. Разогнался. Ну, он лидер, я считаю, надо как-то объединяться против него. Если он может себе такое позволить. Что ты там это начинаешь мне, Антон? Опять тебе все плохо? Ужасно просто. Я могу... Клочок суши, 0 ГГшек, 4-й радиус столицы сверху подселили. Интересная карта. Да, там и тамада отличный. Я об этом не думал. Причем, Грек, строители сперли. Ты извини, но я против того, чтобы ты там город ставил, потому что иначе у меня мой город не влезет. Спасибо Инвиктусу, можем сказать. Что кому? Инвиктусу спасибо можем сказать, потому что он сверху так впендюрил город, что у меня теперь не влазит, если ты там поставишь город. Тут посередине карты есть огромный материк с ГГшками. Опять? О, я Брюссель первый нашел, здорово.
Так, трудовую повинность. Пока я ничего не меняем. Создать тяжелую колесницу. Не, ну в темный век я выйду. Это не вокруг Грека материк. Я не знаю, где Грек. Не, вокруг Грека я, Инвиктус, там кто-то еще, видимо. А, ну, у тебя точно ГГшка есть. Да, у него Шавильнюс. А всегда у нас еще Перикл. Ему эти ГГшки, которые никто не находит, прям вообще очень вкусно заходят. Просто лучший подарок. Там на самом деле есть нюанс. Блин, такой скаут этот забежал в центр. Части игры, по-моему, выгоднее находить не первым, чтобы потом отправить посла или выполнить задание на два. На два? Один за два, да. Фантом, этот лагерь забирать пока не понял, если что. Туда город поставишь? Я так понял, да? Что? Туда город поставишь? Ну, на клетку проверь. Ну, я ж тебе сказал, что из-за Инвиктуса я бы поставил выше, вот, ну, там, где твой скаут стоял. Я бы там поставил, а ты бы поставил, где ты хотел. Но так как Инвиктус поставил город, то туда уже не влазит. И мне придется вот, ну, на клетку справа на реке ставить. Тогда у тебя тут не влазит город. О, политическая философия ускорена. Так, а 5 ходов. Лагерь, у тебя же нормальный очков. А до темного века 4 хода. Блин, надо очень аккуратно сейчас смотреть. Я боюсь, понимаешь, у меня фобия. Я понимаю. Я сейчас поставлю, заберу, точнее, что-то произойдет, я наберу еще 5 очков и все. И... Нет, 5 ходов можно подождать, но если что, как бы ты имей в виду, что я на деньги с этого лагеря тоже немножко претендую. Ну так, вот он во втором радиусе от меня, а ты на него претендуешь? Ну я поучаствовал в убиении лошади. Я тут, наверное, поздаю. Конечно, можно пойти посмотреть, что ну, там, но я пока тут поздаю. Может, приносил сумму? Там, голдишки 15, но это тоже ну, было бы... Я добрый человек, ты меня хорошо знаешь. Я с радостью делюсь, если нужно. Не, Инвиктус, я пока... Ты как так города ставишь, я пока остерегусь с тобой дружбу заключать. Опа. Закончим этап расселения, можно и подружиться. Ага, понятно. Цитаты обыкновенных вармонгеров. Да, сейчас уже к Инвиктусу выезжают, значит, лошади. Не лошади, а эти баби или как они там? Мбебы. Ну, они так себе, вроде как. Это если нету тропических лесов и лесов. Ну да, у тебя есть. У нас они есть, я так скажу. Я нет, просто играл в прошлую законго и что-то там не густо насыпало. Пантеон не взять, скажем так. А что, был пантеон на тропические леса какой-то? Ну, для священки. А, да. Это да. Так, ну и куда я хочу этого поселенца вести? Ну, видимо, сюда придется. Это, конечно, так себе. Опять же. А кто за кого так играет? О Вандеус. Это 4-й, 5-й, 6-й. Строить ли еще город? А ой, еще поселенцы. Вообще? Да, я нашел. Ну дайте я построю, я вот еще сюда могу провести. Этого я точно сюда куда-то поведу. Уже 10 очков ученых набрал. А он с этим, с искрой. Ага. Ой, что я тут не защищен. Поселенец, блин.
Так. Монумент. Я как-то заметил, что искру бывает не очень охотно берут, хотя это, ну, один из самых мощных пантеонов. Да. Мне тут больше брать нечего. Территории на три города. Тут, по-моему, искру одну из первых взяли. Ну да, да. Так, два хода. Надо убивать. О, Египет, привет. Здорово. Или обработку бронзы, где у нас железо? Одно, что ли? Да, как-то у меня производство стратегических ресурсов не очень будет. Давайте подумаем. Может мне на нефрит прям поставить лучше? Вот на этом озере, и тут Темпломайор покруче будет. Тогда... Да, я бы, наверное, на нефрит поставил, честно говоря. А у тебя какая столица, Влад? Медина? Каир. Медина в Каир. Каир. Я на самом деле понял, что я мог бы чуть по-другому города поставить, и мне был бы еще один город очень хороший, но... Блин, вот тут, конечно... Ну, вот типа, греку с горами насыпало, а? Ой, Франция тут, а где Франция? Шотландец, там твой город, план, твой, который ты хотел, у тебя остается, да? Поверх озера ставить они? Да. Угу, то есть ты будешь, типа, ставить города под... прокачивать ли Магнуса сейчас? Да. Я понял. Или лучше еще одного брать. Франция, Шотландия. Египет далеко отсюда расположен? Откуда? Ну, от вот этих вот. А, вот. Ты же мой город видишь. Да-да-да. Я возьму логистику избытков. Ну, у меня тут одного поселенца осталось построить. Смысл, пускай уйдет один житель, а так я буду хоть... Свои города прокачивать, есть, посылая караваны. У тебя там на юг, на запад места есть еще? Куда селиться? Только наверх один город. У меня снизу море, клоп... сверху море, слева типа, море. Клопку ты еще, то есть, один город хочешь поставить, да? Да, именно туда и больше. А, ну все, короче, у нас граница будет вот... По речке. Все, окей. Так у нас справа снизу море. Да. У нас все. У меня что-то вообще места нет. Даже тундры и той пожалели. Смотри, вдруг на остров наткнешься. В море. По традиции. Да. 4, 5, ну, 6 сюда, и 7, в принципе, можно будет где-то еще тут организовать. Убили, типа, хотя вот тут, нет. Что тут еще за территория? Простите, а как так вообще получилось? Я не знаю, у него было где-то половина хп, я не думал, что заберут. Да, наверное, ну, поведу. Уже ничего с этим не поделать. Тут надо защищать, не надо. Так, строителей. Опа, политическая философия. Отложим, отложим пока. Слишком круто. Слишком быстро. А Буэнос-Айрес я первый нашел? Нет, Инвиктус первый. Но у меня Вильнюс, что просит? Правительственную площадь, вид, правительственную вид, площадь, тяжелую колесницу. В виде рабочего. Так, смотрим, куда француз с греком вышли. Я тоже думаю, что они в темный век повыходили. Думаю, что мы тут втроем, а все остальные, судя по всему, там где-то.
Нет, француз. Инвиктус, а что произошло? Как так? Что случилось? Что ты там нашел такое? Где? Ну что ты в нормальном веке? Ну, получилось. Я ж построил Артемиду не вовремя. Фантом, а если одни овец заберу, ты сильно обидишься? Да, очень сильно обижусь. Аж их три. Блин. Так дело не в овцах, дело в месте. У меня окей, просто не нет. Я надеюсь, ты не собираешься забирать вот эту вот красоту всю? Там место под кампус более-менее, потому что до другого... Нет, так это верхний овец, я не трогаю, я так, который на теперь... Нет, Египет, ты слышишь меня? Они... Давайте хорошо. Политическую философию открывайте. Ты эту всю красоту не собираешься это захватывать? Ну, справа, вот то, что в моей территории захвачу, прям вот, вот это вот, справа. Ну ты меточку поставь. Ну, блин, справа от разведки его. А может как-нибудь это не стоит? Да, так, а у меня больше городов не будет. С политическим районом. То есть, вот, это, я четвертый поставлю, это видимо, пятый. Видимо, надо вот сюда а ставить. Лошади, нам пять сюда, городов нормально. Ну просто посмотри, я на море, я могу захватить вот это все. Ставить райончик. Так, я тоже на море. Я то их территории не видел, но видя свою и понимаю, что у меня 7 городов. Мне еда нужна, понимаешь? Мне нужна еда. Мне нужна или овец нижних, а не верхних. У тебя на море город. И что? Тут только одни крабы. Ну вот у меня только проблемы вот с этой стороны, да? Еда. Ну ладно. Так, давайте смотреть, что там у людей. Грек 4 города поставил. Француз 3. Шалом, араб. Шалом, Конго. Ну чё, откуда ты пришел? Там интересно? Тут как раз вот самый интересный кусочек карты. Самый лучший. Ставим, наверное, пока олигархию. Варвары, поселенцы, это все так, плюс 2 влияния. И изоляционизм пока рано, мы еще нам еще до города ставить. Ну, давайте, давайте производство. Юниты пока не буду строить. Деньги открыл. У меня уже почти героический век набит. Эти колесо. Тяжелую колесницу надо. Так, здесь строителей. Первая технология новой эпохи. Первый в мире социальный институт новой эпохи. Ну, я явно первый по культуре иду. Первый в мире правительство первого уровня, потому что у меня тут просто очень круто с культурой. Я реально еще тут могу город поставить. Давайте вообще посмотрим, что тут. Я так, кстати, думаю, что... Ну, блин, производства нету, будем честны. Тут фигово с производством. А-а-а, подвисла игра, ну ё-моё. А, не успел обработать. Ну что, надо дружбы заключать, я так думаю, что с греком и французом. Воевать с ними мне нету смысла, потому что у меня есть где города ставить. Грек. Так, ну и с арабом надо дружбу. У меня, если что, поселенцы. Блин. Коняшка появилась. О! А как-то я тут пропустил. Инвиктус. Там предложение тебе висит.
прошло. Он не выдержит такого предложения. Да. Я твое предложение посмотрел и мне выбило. Пишется ожидание игрока Фантом. И чего у тебя там меня ждет? Я хожу. Так, лошадки. Что мы тут построим? Давайте, наверное, центр коммерции. Блин, только вопрос, если тут будет... Давайте, наверное, знаете, как сделаем? Вот так и передадим. А, нельзя. Тогда придется еще тут купить. Алексей, твое предложение пропало. Ну, сам предложи тогда. Я дружбу предлагал. Так, смена. Вот тут надо строить коммерческий район в Мбумбе. Дружить хочешь? Нет. Ну я так и понял. Так, Влад, ты там не ходи своим воинам. Вначале я тебе скажу, куда идти. Он лечится. Что-то не дайте варвара меня душить. Блин, чисто на лагерях практически героический век набил уже. Вот просто встань на то место, где у меня стоял мой дуболом. То есть настолько ты меня обманул, да? Ну ты бы сейчас вниз пошел, откуда я пришел, правильно ведь? Вероятно, да. Ну вот. А тут совсем рядом, ты бы прошел мимо хорошие ГГшки. Остальные ГГшки, которые мы нашли, тут они далеко отсюда, то есть ты будешь до них идти, даже если я бы тебе сказал, где они, ходов 15. Я понял. Так. Пока сохраняем производство, я хочу... Я думал, это тот самый Вильнюс, эх. Ну, эта ГГшка тоже неплохая. Согласен. Так, ну все, со всеми дружим. Развиваемся. Так, мама Законга, жилья недостаточно. Просто на производство можно все включать. Так, здесь оплужим. Никто, сам можешь своего разряда убрать? Еще ходом. Ну, тут француз как плотничком с греком. Вот у меня только единственная проблема, что гор нету. То есть с наукой у меня так себе все. Блин, главное, чтобы сюда этот не пошел. Если он сюда встанет, у меня будет зона контроля. Так, отлично. Колесо открыли. Алексей, ты так близко? В смысле близко? А где твои города? Ну, я планировал, что там вся земля будет моей, где у тебя города стоят, а там ты. Тебе придется поменять свои планы, видимо. Да, я уже понял. Или сносить меня на мамлюках, а? Как тебе? Тут уже хватает соседей, которых, если что, надо сносить. Так, вот здесь надо пшеничку убирать.
Здесь у нас будет коммерческий район, наверное, тоже. Египет, предложение. Так, кто там у нас спросил правительственную площадь? И Вильнюс, и Буэнос-Айрес? А, еще тяжелую колесницу хотят. Так, здесь строители. Блин, у меня сплошной нефрит и шелк. Еще вот есть алмазы, правда. Ага, вот оливки. Оливки надо обработать. Что, и вы и все, и... То есть вы там вот слева тоже все на этой, на Балтике, да? Здорово. Ну тут же вот сверху Пангея какая-то. Что, неужели никто на Пангее не поселился? Там шотландец вроде как. Ну он туда планирует. Там Пангеи как бы... Раз-два и все. Так, правительственная площадь и два задания. Мне бы, конечно, театральную площадь построить тоже. Так, это все к Конго относится. Может, ты мне все-таки лошадей отдашь, Фантом? Кого? Лошадей. Надо кому взять? Кого взять? Сейчас давайте Рейну. Загнется. Рейну, причем вот сюда, в Квиллу. Во-первых, меньше влияния будет, во-вторых, клетки будут быстрее добавляться. Следуем тут территорию. Так, ну, грек с французом реально плотничком. Так, хорошо, что я тут Квиллу поставил, потому что если бы тут город грека стоял, было бы очень неприятно. 10 веры. Ну, так себе. Так, пойдем за этой руинкой. Давайте монумент, наверное. Блин, вообще тут надо вот вырубить для центра коммерции. И тут надо вырубить. Момент. Так, ну, в принципе, я неплохо расселяюсь. Тут еще есть места, на которые араб претендует. То есть, надо в героическом веке быстренько тут все заселять, поэтому надо будет караваны из этих городов в первую очередь отправлять, я так думаю. Тут, кстати, неплохие места вполне. Влияния от араба я не вижу. А походит с ним прачник? Араб, ты зря вниз пошел. Тебе было бы удобнее вправо идти. Там больше интересного бы увидел. На этом пока все. Продолжение запланировано на завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!